На предприятии «Семей Инжиниринг» готовят настоящий сюрприз к 70-летию Великой Победы. Здесь восстанавливают танк Т-34, который участвовал в Великой Отечественной войне. Сложности по ремонту имеются, но специалисты утверждают, что до конца года технику полностью отремонтируют, ведь танк примет участие в параде Победы в Астане. Все подробности у нашего корреспондента. На «Семей Инжиниринг» кипит работа. На днях Министерство обороны поручило предприятию восстановить танк Т-34. Боевая машина была выпущена с конвейера 70 лет назад. Долгое время танк простоял на одном из столичных постаментов. На будущий год большое мероприятие проводится в рамках празднования Дня Победы Великой Отечественной войны. Будет большой парад. И вот одна из задач, которая перед заводом, перед нами поставлена, восстановить танк Т-34. Этот танк Т-34, он должен пройти своим ходом по площади в Астане. Над танком трудится группа молодых специалистов. Большая часть работы уже выполнена. Восстановлен двигатель и коробка передач. Закончить реставрацию на предприятии планируют до конца этого года. Ну, трудность то, что у нас с документацией тяжело. Он 44-го года сам по себе. Сейчас уже никто не производит на него ни запчастей, ни что. Мы сами уже сами изготавливаем, что не хватает нам на своих станках. И все это восстанавливаем. В ближайшее время по номерам, выбитых на корпусе танка, специалисты намерены выяснить весь его боевой путь. О том, что машина принимала участие в Великой Отечественной войне, на предприятии не сомневаются. Руслан Шакабаев, Анатолий Тернов, «Семей».